Я решила создать расслабленный образ в уличном стиле. Прически непринужденные и при этом утонченные. Ухоженные волосы выглядят роскошно. Мы сохранили естественную текстуру волос каждой девушки, акцентировали ее с помощью специальных средств. Кому-то слегка завили волосы, кому-то наоборот выпрямили. В этом сезоне я использовала замшу и кожу, отдала предпочтение натуральным теплым оттенкам коричневого и голубого. Лейтмотивом коллекции стали костюмы. Аксессуары традиционно играют в коллекциях Труссарди особо важную роль. И этот сезон не исключение. Я опять по-новому интерпретирую сумку Лови. На этот раз использую кожу с эффектом кракелюр, а также кожу питона во всевозможных оттенках. Мне особенно нравится первый образ – костюм. Девушка наденет пиджак на пуговицах, шелковый топ с принтом и широкие брюки. Не менее интересен образ, состоящий из замшевого тренча с вышивкой на спине и плиссированного платья-рубашки. Я выйду на подиум в элегантном брючном костюме из ткани в клетку. Образ дополнят перчатки и сумка. Привет, меня зовут Лота. Мы находимся за кулисами показа Труссарди. Мой образ невероятно красив. Вы можете увидеть его на фото. Я надену коричневую кожаную куртку и юбку со вставками из черной плиссированной ткани. Я в восторге от классического сдержанного наряда. По-моему, он воплощает современную элегантность. В этом сезоне я еще не принимала участие в показе такого известного бренда, как Труссарди. Для меня большая честь сотрудничать с домом моды, который, с одной стороны, сохраняет свой самобытный стиль, с другой — постоянно эволюционирует. Я в восторге от своего образа. Люблю костюмы, особенно с акцентированной линией плеч. Как раз в таком я и выйду на подиум. Образ дополнит очаровательная сумка, выполненная в нежном романтичном оттенке розового. По-моему, она идеально сочетается с костюмом, интересно разбавляя его темную палитру. Мне очень нравятся сумки Лови. Прекрасная модель, по-моему. Размер очень удобный. С такой сумкой здорово гулять по городу, ходить по магазинам. Меня зовут Мишель Хунцикер. Привет зрителям телеканала World Fashion. Целую. Яркий и дерзкий стиль Труссарди мне весьма близок. Рада быть здесь. Я в восторге от цветов и силуэтов. Креативный директор использует интересные текстуры и создает запоминающиеся образы.
расслабленные, яркие и жизнерадостные образы. Дизайнер виртуозно работает с палитрой и создает наряды, красиво подчеркивающие женскую фигуру. Я в восторге.